Минтруд предложил новые даты праздника в 2021 году. Новогодние каникулы в стране планируется установить с 1 по 10 января, а майские праздники с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Также в следующем году предлагается перенести выходные, благодаря чему одним из них станет 31 декабря. В феврале россияне будут отдыхать с 21 по 23 число, а в марте с 6 по 8. Еще выходными станут дни с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября. Обновленный график формировался с учетом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать предоставленное для отдыха время.